Этим видео я открываю серию охот на утку. Все охоты будут проходить на Азовском море, в Таганрогском заливе, в плавнях, значит, нашего залива. Никуда я не ездил, где-то 5-6 охот. Вот потихонечку, постепенно буду их выкладывать. Сразу хочу сказать, вот как бы выдался не, ну, по количеству не совсем удачный. Было очень тепло, утки было маловато. Ну, в принципе, охоты были неплохие. Так что приятного всем просмотра. Да я снимаю, я кепку зеленую одеваю. Все. Вот это красавчик. Вася, вот это селезень. Я тебе скажу, красавец такой. Вась, он налетел, сел и поплыл. На нее налетел, сел и... Шикарно. Шикарно сел. Я выждал, когда он между чучелами нормально подплывет. Встал, чтобы он взлетел. Он взлетел. Глянь, какой красавчик. Сколько бы мы потом ни сидели, летали одни чайки и вороны. Значит, за всю охоту у нас получилось 4 налета. Первый по темноте. Ну, в самом начале видео он был. Смазал я. Позорно смазал, да. Второй налет у меня. Взял я хорошего селезня. Ну вот, потом еще у Васи был, значит, один лобовой налет. Там что-то с патроном случилось. Ну, заклинило или там, ну, короче, что-то я уже не помню, давно было. Ну вот, и одного селезня он взял. То есть было 4 всего налета. Значит, 2 селезней мы взяли. Это мы сидели, ну, грубо говоря, с 4:30 до начала 12:00. Летело. Птица. Ну, до 8:30. Все. Потом уже что только не делали там. Чучела там переставляли, распутывали, камеру менял. Туда-сюда. Ну вот, вот такая вот первая охота получилась. 4 налета на 2 птицы. Потом было уже чуть получше. Вот. Ну вот этот вот такой был. Неутинный, скажем. Очень тепло было, очень тепло. Это вот сейчас вот мы в куртках сидим, а потом наоборот тепло как пошло, и птица, может, и пролетела, но пролетела, наверное, очень быстро. Так что особо много птиц мы не видели в этом году. Шикарно у нас стоят чучела,
Была бы утка, садилась. Ну ты видел, как они садятся? Этот вообще сел спокойно. Нормалек. Нормалек. Непонятно вообще. Решили перекусить, потому как нифига не налетает. Вот было 4 налета, двух уток мы взяли. Последняя. У меня была осечка, не знаю, камера вторая снимала, нет. Волшебный перекус. Во время перекуса должна утка налетать. По закону подлости. Поднялся очень сильный ветер. Вот. Чучела начала срывать с мест. Ну, у меня, в принципе, груза там посильней. Ну, а Васины справа начали на мои наплывать чучела. Машущие по ветру, я считаю, не работают. Особенно взлетающие с воды. Как бы нелогично она выглядит, ее качает. Поэтому поубирал. Ну, вот так вот мое место. Ух, не знаю, будет, что слышно, не будет. Собираемся потихоньку. Уже не будет ничего. Ее просто нету. А пойдем за лодкой потихонечку. Ты ружье с собой возьми на всякий случай. Такая, знаешь, блядь. Она, главное, чтобы, блядь, без ветра. Можно без ветра ехать, блядь, я уже убедился. Да, я без ветра сколько раз не видел. Нормально она летает. Чё, у нас шикарно налетало, ёптую, сади, то есть они работают, все работает. Хуй её видно, блядь. Надо обратить внимание, вот что у них там, приметы какие. А смотри, у нее правая лапка красная, Вась, а левая желтая. У нее лапки разного цвета, блядь. Во время всей охоты наработала только одна утка. Вот эта, которую сейчас вот мы взяли, про лапки я говорил, она не работала. Поэтому мы утку берем на прокат, платим по 150 рублей за сеанс. Вот, ну, больше нам ее не давали, давали двух всегда хороших потом уток. Ну, вот так вот выглядит наша лодка в полностью загруженном виде. В трех мешках это чучела, в одном в синем двигающиеся. Это приехали товарищи браконьеры, которые рядом с нами сетки ставят. Привет, браконьеры! А? Я в сторону подвинул. Ага, цепляем. Ну что ж, любой результат — это тоже результат. В конце концов, выехали на разведку, подышали воздухом, удовольствие получили. Не главное дело в количестве. Вон два моих маленьких поросенка первый раз в жизни понюхали, что такое уточка. Были очень даже счастливы.